Теодора. Что такое? За вами кто-то гонится? Едва догнала. Вы не слышали, как я вас зову? Я вам такую вкуснотищу везу. Капусту. Как? Мы с вами от капусты убегали? Серьезно? Попробуйте. Обожаю капусту. А еще можно? Героям нужна не какая-то там капуста, а еда чемпионов, котята. Я вас угощаю. Ура! Пирожные! Да. Так-так, капусту не любим. Ха! Значит, я подменю капустой всю еду в городе. Ой, действительно гадость. А затем я поссорю Хлою с Валерьяном. Котята его поддержат и проявят себя как злодеи. Ну и коварный же я. А вот еда, достойная супергероев. Святые профитрольки! Ах вы, воришки! А ну отдайте мои кексы! Что происходит? Злобные коробки украли мои кексики! Что? Капуста не так уж и плоха. Отвратительно! И к тому же, какой-то злодей превратил мое кафе в капустное хранилище. О, смотрите, визитка Хлои. Решила навязать нам здоровую еду. И сорвать мне весь бизнес? Я покажу ей! За мной, котятки! Вперед! Во имя всего сладкого! Ура! Так вкусно! Можно еще? Я сделаю тебе суперзаказ, Юми. Так. Зачем вам моя капуста? Оставьте! А ну, верните ее на место! Наверное, проделки Валерьяна. Валерьян? Кондитер-вредитель. Не любит капусту, ладно. Но зачем пирожные всучил? Я поговорю с ним. Вперед, котята! Покажем им! Никому не позволим насильно кормить нас противной капустой! Ничего не противной. Просто ты не распробовал. Ну, еще немного, и котята начнут вести себя как форменные злодеи. И тогда в школе придет конец. Слушайте, давайте скорее их разнимем и помирим, а потом все выясним. Согласны? Да. Ну, сейчас. Так я и дал вам их помирить. Ничего не получится. Это засада! Суперкоманда действует! Так,
суперзрение. Взрослые, а деретесь как маленькие. Нехорошо. На этих железках клеймо Арнольда. Это он все подстроил, не иначе. Как мы сразу не догадались? Ну, а сейчас что? Если вы не против, объявим мир. Удивительно вкусно получилось. Угу, признаю с неохотой, но я тоже доволен. Ага, пирог с капустой – это вещь. Да, и не только пирог. Я буду весь год дядю капустой кормить. Целый год? Меня капустой? Злодейка, пощади! Тут помню, тут не помню. Так, только не забыть, я должен забрать банановый торт с шоколадным кремом. Банановый с шоколад... Что? Где я? Куда бежал? В школу? Если от маленькой тучки такой эффект, представляю, что будет от большой. Забывальная пушка. Замечательное изобретение. Ау! От кого вы тут прячетесь? Вася, что с тобой? Ты что, забыл про сюрприз? Я? Забыл? Ой, да у меня суперпамять! Готовьтесь! Котята! А? Где они все? Ура! Поздравляем с победой в турнире! С днем рождения! По шахматам! А вот наш торт в честь этого события! Да, точно! Банановый с шоколадным кремом! Ой, совсем забыл! Как ты мог забыть? Ерунда! Давайте лучше в волейбол играть! Да! Давай! Идемте! Я с вами! Так, дальше в списке проверка заданий. Точно! Я тоже планшет возьму! Ну, и где наш Вася? Наверное, бедняга всех подвел, и у него теперь нет друзей. А, вот и он! Что он там принес? Соня, ты что будешь завтра делать? Ромашки собирать. Есть! Ладно, на завтра. Я буду смотреть очень важный матч. Играть в шахматы. А я весь день в волейбол. Так-так, надо перехватить этот планшетик и поменять в нем все записи так, как мне нужно. Здорово поиграли! Как вам моя подача? Класс! Спасибо за игру! До завтра! Пока-пока! Стойте! Здесь сказано, что я сегодня должен собрать всех на вечеринку сюрприз. Странно, да? А? Здорово! Круто! Как можно такое забыть? Оказывается, я еще и не такое забывал. Здесь? Странное место для вечеринки. А где все остальные? Я пойду искать. А вы подождите. А сейчас двойная доза. А где это мы? И кто мы такие? В чем дело? Забыли, что вы все мои ученики? Как? Правда? Я забыла. Нет нигде никакой вечеринки. А что здесь Арнольд делает? Заклинило. Что вы стоите, как истуканы? Схватить его! Это наш враг! Правда? Я что-то не помню, кто это. Но если он действительно наш враг... Что это на вас нашло? Пора одеваться в суперкостюмы! Супер-ням! Мяч!
Так, ну держись! А ну-ка, сила звука! Али, ты не ученик Арнольда! Ты мой друг! Я не помню такого! А я помню! Где планшет? Что же там было про Али? Ты любишь футбол? И завтра будет какой-то суперматч! Ой, а ведь правда! Вспомнил! Так, здесь нужно суперзрение. Я знаю, где он! А ты, Бао, чемпион нашего города по шахматам! Да, точно! Я и правда шахматист! Чемпион даже! Все, отыскала! Сила металла! Не, твой любимый спорт – волейбол! И завтра мы вместе играем! Ах, да! Я помню! Время, стоп! Время вперед! Учитель, я поймала его! Соня, ты моя сестренка! Ты любишь собирать цветы! А ну, вспоминай! Ах, да! Ты же Вася, мой старший братик! Расти, кот, выше крыши! Вася, ты наш спаситель! При чем тут я? Это все моя суперпамять! Да! Выпустите меня! Кто я? Что я тут делаю? А ты кто? Спасите дядю Арни! Я играла на дереве, и вдруг смотрю, деталька выпала. И искала, так и не нашла. Ничего, Соня, найдем твою детальку. Сила роста! Я похож на подъемный кран, Соня? Я могу магнетизм использовать. Тогда отыщем еще быстрее. А сейчас я продемонстрирую новую функцию моего преображатора. Смотри, теперь с его помощью можно все превращать в неодушевленные предметы. Выбираешь, жмешь подтверждение, и клиент превращен. Это здорово! Дай попробую. Конечно. Находим, выбираем, подтвердить. Так, дядя Арни... Ну, давай, покажу еще раз. Ой-ой. Дядя Арни! Что? В чем дело? Что это со мной? Есть! Нашла! Спасибо большое. Я думала, не отыщется. Мы с ней все отыщем. Котята, помогите! Я уронила преображатор в яму, а достать не могу. А дядя Арнольд в пень превратился. Арнольд? Как в яму? В пень? Спокойно, Юми. Мы лучшие в мире спасатели. Давай показывай, где это. Постой, Вася. Это не какой-то дядя Арни. Это Арнольд, суперзлодей. Так что осторожней. А вдруг ловушка? Надо идти всем. Я позову Бао и Али. Да пока она зовет остальных, мы все 100 раз сделаем. Может, все-таки не стоит их дожидаться? Бедный дядя Арни. Стоит весь такой деревянный и шевельнуться не может. Ладно, что делать? Ура! Бежим, поможем Юми! Осторожно, не придави. Надо поймать и выпустить за окошко. Али, идемте. Юми сказала, Арнольд превратился в пень. Его надо спасать. Сначала надо спасти бабочку. Ничего, если Арнольд побудет пнем чуть дольше. Бестолковые растяпы. Тащите домой. Не хочу, чтобы меня таким кто-то увидел. Ай! Осторожно! Дядя Арни, дроны тебя не поднимут. Ты врос корнями в скалу. А почему так? Потому что ты пень. Какой я тебе пень? Я великий суперзлодей. Суперзлодей? Где тут суперзлодей? А, вот он где. Какая-то нашла кого привести. Когда я в таком виде? Сила роста! Оп!
осторожней, а то превратишь его в воздушный шар. Тебе смешно? Посмотрим, кто сейчас посмеется. Дядя Арни, нет! Ой, ты что, не надо! Будет знать, как смеяться! Что? Вася? Вася! Ну и где они? Где Ния, Вася и Юми? Супер-бинокль! Почему Ния гоняется за шариком? Стоп, он похож на Васю. Похоже, это Вася и есть. Беда! Его надо спасать! Хорошо, что у нас есть этот сачок. Но сперва наденем суперкостюмы. Ния, поймай меня! Ну, скорей! Я уже все бока обстучал. У тебя нет боков, ты воздушный шарик! И ты не из металла, так что мне тебя не примагнитить! Как же тебя ловить? Спокойствие, у нас есть план. Али, давай! И-ха! Сила звука! Сейчас. Время стоп. Время вперед. Да! Супер мяу! Ну и что? Я по-прежнему шарик. Вы мне помогли, а я вам помогу. Теперь в расчете! Спасибо, друзья! Я такого натерпелся! Никогда не буду помогать суперзлодеям! Просто впредь надо действовать всей командой! Потому что... Вместе мы суперсила! Спортивная катастрофа! Мое деревце бонсай почему-то не растет! Удобри как следует! Оно тоже есть любит! А мое самое высокое. А мое пышней. Ах, Соня, не переживай. Это не соревнова. Не. Дорогие горожане, приглашаем всех желающих на соревнования по бегу. Участвуйте и побеждайте. Да ну, просто бегать скучно. Да. Интереснее было бы с какими-нибудь ловушками или загадками. Или, если, скажем, жульничать разрешат. Вот вам, пожалуйста, загадка. Почему Али не убежать? Ну, зря вы так, котятки. Бег по улицам – мое любимое развлечение. Ух ты! Предлагаю для интереса выступить на результат. Однако прошу не использовать суперсилы. Сможете победить честно? Да! Привет, подписчики! Вы знаете, кто сегодня победит? Я знаю! Коня! Да! Все потому, что у меня такой девиз! Победа любой ценой! С ним я стану суперзлодейкой! Я тебе помогу! Дроны, ловушки мне! Котята вообще не дойдут до финиша! Ну, разве этим мы их остановим? Ладно, годится. Расставьте их на дистанции. Но сперва... Снимите меня отсюда! Можете забыть о победе. Первое место мое. Посмотрим, Юми. И очень скоро, когда попадетесь в дядины ловушки. Внимание! Вперед, чемпионы! Да, готовы? Класс! Марш! Хе-хе!
Что у Юми на уме? И куда делись наши друзья? Давай ее спросим на всякий случай. Что тебе надо от меня? Юми, почему ты бегаешь, уткнувшись носом в экран? Юми, не знаешь, кто ловушки поставил? Мы с дядей. Мне нужна победа любой ценой. Так вот в чем дело. Так нечестно. Тогда мы вправе использовать сверхспособности. Костюмы. Кто-нибудь! В какой стороне финиш? Что это? Это смартфон Юми. Ага, так вот в чем дело. Она жульничает. Как ты думаешь, там еще ловушки есть? Это намного круче, чем просто так бегать. Да! Суперзрение. Туда! Осторожно! Бау! Я бегу! Все узнают про твою нечестную игру! Ты ничего не докажешь! Я чемпионка! Браво! Браво! Стойте! Молодец! Юми жульничала! Я докажу! Поздно! Меня награждают! Эй, так нечестно! Моя! Говоришь, победа любой ценой? Такой твой девиз? Юми, это награда самому быстрому бегуну, а не главному хитрецу! Котята победили по-честному! Браво! Браво! Только без ловушек и сверхспособностей. Тогда мы и выясним, кто быстрее всех. Мы готовы! Честный забег? А что тогда с этими ловушками прикажете делать? Кто это сюда поставил? Ну, погодите. Сони много не бывает. Занятия окончены. Все свободны. Ура! Выходные! У кого как? Я вот не закончил школьный проект. Вот бы кто помог. Я тебе помогу! Ты супер друг, Соня! Внимание! Звонок от Валерьяны и Хлои. Повторяю. Звонок от Валерьяны и Хлои. Спасите! Забыл, что сегодня в кафе фестиваль пирожных! Я не успею столько напечь к 4! Спокойно, Валерьян, я помогу! Спасибо, Соня! Котята, караул! У меня сегодня вегетарианский банкет в 3:30, а у меня еще морковка не валялась. Не переживай, Хлоя, я помогу. Спасибо, Соня, выручаешь в беде. Как ты успеешь все сделать? Легко, я остановлю время. Али, вернусь, займемся твоим проектом. Ха! Пока! Пока-пока, Соня! Ага, Соня рассчитывает все успеть? Прекрасно! Мои дроны будут ей мешать. А начнет поджимать время, она станет паниковать. Ой, надо же, не получается вовремя. Тут появляюсь я и предлагаю в помощь еще одну Соню. Якобы ее клон. Но эту роль исполнишь ты, Юми. Твоя задача устроить котятам такой спектакль, чтобы Соню выгнали из школы суперкошек. Что скажешь? Здорово! Раз, и одним суперкотенком меньше, а лисичкой суперзлодейкой больше. Ого!
опаздываю к Хлое. Я побегу. Как, а я? Время осталось. Время вперед. Как же выпечка? Ого, все готово. Ай да Соня. Соня? Бедные мои пирожные! Куда делись все мои овощи? Что? Ну как, удались салаты, Хлоя? В перемешку с конфетами? Загублены. Это было бы поправимо, но нет времени. Я все исправлю. Когда только. Тебе нужен клад? Бедняжка, ты так старалась. Но столько всего не сделать в одиночку. Это клонирующее зеркало. Смотришься в него, и появляется твоя копия. Какой-то ты добрый, Арнольд. В чем подвох? А нет подвоха. Я же люблю помогать другим, как и ты. Что ж делать? Клон бы мне пригодился. Закрой глазки и считай до пяти. 1, 2, 3, 4, 5. Ух ты! Когда клон будет не нужен, скажи «до свидания», и он исчезнет. Фух, готово! Пока! Я все сделала! Хлоя просит к ней заглянуть. Да. Отблагодарить хочет. Беги скорее. Спасибо, клон. Пока! Попрошу мне побольше торта отрезать. Я тоже. Я. Смотрите, Соня. Привет. Пока, Хлоя. Спасибо за значок. Пока, Соня. А? Дождалась, пока остынет глазурь, и украсила кремом. Круто. Эй, почему ты еще здесь? Я вроде сказала пока. Это как понимать? Еще одна. Это все Арнольд. Он создал мою копию при помощи этого значка. А теперь подослал ее к вам, чтобы наделать двойников для его злодейской академии. Друзья, готовьтесь! Соня. Есть одна идея. Соня, ты помнишь, что обещала мне? Ничего, я стараюсь никому не давать обещаний. Я помню, Али, я обещала помочь со школьным проектом. Это Соня. Прости, Соня. Возьми значок. Наша Соня друзьям в помощи не откажет, а ты... Это Юми! Мы с дядей Арнольдом вам еще покажем! Как ты умудрилась сорвать мой безупречный план? Дядя Арнольд, не ругайся. У меня есть новый. Я напекла икотных пирожков. Подменю их на праздники у Валерьяна и... Ой, а что это ты ешь? Можешь не отвечать.